Виверна слева! Останови его! Должен быть свободен. Идем? Зачем щит, если им не пользоваться?
Понятно. Здесь, на верхней полке, они хранят первозданные миры. Возвращаясь к этому видению с храмом, я согласен, амбиции могут завести не туда. Но ты-то жаждешь не прославить свое имя, а помочь людям, ведь так сделать мир лучше, безопаснее. Мне кажется, этот образ символизирует твое желание идти праведным путем. Эдакий дорожный указатель. Ты уверен, что если я соглашусь, так будет лучше для меня и для миров? Мне кажется, мы здесь как раз за тем, чтобы это выяснить. Мы забрались к этим статуям. Судьям, ты сказал? Может, верхние слои Вальгаллы соответствуют твоим самым глубинным воспоминаниям? Здрасте, вот и я. Раз придется тебя таскать, работай. Говори, что видишь в бою. Слушаюсь, скотина. Заперто! Ну что ж, давай пошарим по окрестностям. Посмотрим, кто из старых знакомых хочет тебя повидать. Никак не успокоишься. Это для тебя игра? Это легкое. Если ты любишь, то попробуй. Тебе это нравится, правда? Замерзшие войны? Вальгалла в восторге от этого убийства. Это должно быть сложно. А чем выше сложность, тем сзади, берегись! Yeah.
время играет против тебя, Кракс. Возвращаемся к клетке. Видимо, Вальгалла дает тебе второй шанс. Гарпи! Вот это веселье! Атакуем! Что ты намерен предпринять теперь? О, погоди, не говори. Неопределенность — единственное, что не дает мне уснуть со спокойствием. Как тебе такая мысль? Может, в качестве жертвы подходит только тот, кем ты дорожишь? Думаю, мы все знаем, что это не я. Тихо, Гелиос. Угадай, где у него слабое место. Посмотрим, что за светлая мысль тебя посетила.
спорить не собираешься. Знаешь, да? Хочу это видеть. Братец! О, и где же мы? Тюр! Письмо было от тебя. Я подписал бы, но было важно, чтобы ты пришел по своей воле. Значит, ты настоящий. Еще как, старый друг. Что ты хочешь? Я знаю, что так тебя гложет. Все это мне хорошо знакомо. Стыд. Сомнение. Вопрос, на который я нашел ответ, придя сюда, века назад, и вошел в эту дверь. И что за ней? О, я не хочу испортить сюрприз. Только помочь в подготовке. Зачем? Потому что могу. Потому что бой занимает наше тело, раскрепощая наш разум. Потому что ты не готов. Пока. Уверен. Прости, а за что именно ты на нас взял? Считай, что это испытание поединком, Мимир. Если Кратос одолеет меня, мы поймем, что его разум справится. Приготовься! Тот, кто не в ладах с собой, не сможет сосредоточиться на деле. Он нетерпелив, вспыльчив. Его легко застать врасплох. Человек, который в гармонии с собой, мыслит ясно и действует быстро. Он готов к победе. Он готов к развитию. Браво, брат! Ну же! На этот раз я отвлекся! Приготовься! Ну же! Отлично, Кратос. Я сдаюсь. Хорошо. Возможно, теперь ты готов. Разве? Честно? Это никому, кроме тебя, неведомо.
мы доберемся. Вальгаллы, для вас кое-что есть. Это да. Что есть препятствие, как невозможность для роста? Расскажу одну историю. Возможно, она вам поможет. Я слушаю. До того, как стать валькирией, я была целительницей в одной деревушке. Отец учил меня использовать травы и другие дары природы. Он происходил из древнего рода травников, и других лекарств для него не существовало. Но однажды в городе я увидела лекарей, которые использовали одну лишь только магию. Всю хворь снимала будто рукой. Я рассказала отцу, но он твердил, что это противоречит его убеждениям, что это опасный фокус, оскорбляющий традиции. Я, как хорошая дочь, отнеслась к этому с уважением. Но когда он заболел, все изменилось. Сейчас мне лучше остановиться. Я расскажу больше, когда вы пройдете чуть дальше по своему пути. Это мы сделали. Впереди ждут другие дела. Не сводите глаз с горизонта. Нет стыда в том, чтобы облегчить себе задачу.
может оказаться полезным. Приятно знать, что Вальгалла хочет помочь.
совершенствуйся в чем можешь. В Альгале яблоки и мед крови не в почете. Воительница. Вы заслужили. Вы добиваетесь всего, что остальные считают невозможным. Хотите, продолжу? Итак. Так вот, я росла маленьким сорванцом, и в любую драку я летела первой, сломя голову. Может, с Асгардом что-то не так, но там всегда кто-нибудь где-нибудь махал кулаками. И мне нравилась эта суматоха. В ней я чувствовала себя живой. Я летела по жизни без страха и в целом без здравого смысла. За мной закрепилась определенная слава, и это обернулось бедой. Один скандально известный задира, которого я высмеяла, решил меня выследить. Было несложно узнать, кто я и где живу. Он решил проучить меня. Идите дальше, потом расскажу, что было. Все восхищены вами, генерал. Еще никто не наступал на Вальгаллу так рьяно, как вы. Сигрун, как я рад тебя видеть! Прея просто была слишком бдительна. Я в полном порядке. Как ваше путешествие? Мы нашли нашего хозяина. Это Тюр. Тюр, говорите? Да, и это не проекция. Не думала, что его связь с Вальгаллой настолько крепка. Но ему удается зайти дальше меня. Поразительно. Кратос, я рад, что ты снова здесь. Похоже, Вальгалла подготовила для тебя что-то особенное в тронном зале. До скорой встречи, Кратос. Кратос!
Я это знаю. Ты помнишь это, Карнас? Память жива. Сцена, знакомая всем, кто знает твою легенду. Человек, стоящий на перекрестке судьбы. Об этом ты рассказывал, брат. Ты пошел на сделку с Аресом, чтобы отбиться от варваров. День, когда я продал душу богу войны. Зачем мне это видеть? Ну, попробуй угадать, чтобы ты прочувствовал свою ублюдочную сущность. А он обязателен? Это не мой замысел. Или Вальгалла, или твой. Ну, он хотя бы не заменил меня с ног. Пока. Такой обаятельный. Осколок воспоминания о походе в Альфхейм. Скажи, кем был Кратос из Спарта, когда ты принес клятву Аресу? Я был самым молодым капитаном спартанской армии. Я завоевал уважение своим мастерством боя, своим командованием и яростью. Я жаждал лишь побед, и до тех пор они мне давались. Люди были мне верны. Отчаянно верны. Сколько спартанцев у тебя было? Слишком мало. Скольких варваров ты одолел? Тысячи. Тебе нужно взвалить на себя бремя, чтобы заслужить награду побольше. Возьмешься? Не стал отказываться от помощи. Интересно, стоит ли оно того? Thank you.
Тюр, зачем ты готовишь меня занять свою должность? Почему не занять ее самому? Ты бы смог. Для смертных из этих миров я уже давно позабытый миф. Дни, когда я мог объединить миры, остались в прошлом. Но ты для них, герой Рагнарёк, тебя знают и уважают. И как мне кажется, ты отлично подойдешь на этот пост. Тебе надо лишь быть готовым. Довольно необычный уголок Вальгал. Посмотрим, что еще тут найдется. Осторожно! Кто знает, что ждет тебя в тумане? Надо выбрать либо один сундук, либо другой. Посмотрим, что там. Сзади!
тебя там, на поле боя! Дивно. Теперь можно перейти в новую область. Я вернулся! Вот радость! Скажу без преувеличения. Трудно придумать что-то глупее, чем идея отдать душу Арессу. Конечно, все потомство Зевса сплошь мерзавцы, включая присутствующих, да еще как включая. Но Арес возвел безнравственность в ранг искусства. Да уж, достойный образец для подражания ты выбрал. Ты все носишь клинки, которые он тебе вручил. Можно ли сожалеть о своем решении и продолжать пользоваться плодами этого решения? Нет-нет, я просто спрашиваю. Ты не думал о том, сколько людей погибло из-за вашего сотрудничества? Все равно, что считать песчинки на пляже, правда? Голова... Смотри-ка, тебе оставили подарок.
О, и это символическое воплощение твоего позора. Как любезно. Но ты своего добился. Тебя судят. И мы все знаем, что никто не сможет закрыть глаза на твои былые проступки. О, я не спросил. Тебе понравилось гореть? Очень занятное зрелище. Жаль, я не увидел, чем все кончилось. Мне мерещится или на тебе до сих пор кое-где пепел? Не спеши, у тебя же полно времени. Сирена! Прикрой мне уши! Кратос! Ты все тоже чудовище! Скорее, придурок! Не вздумай ожить! Своих целей. Ловко. Это похоже на Перейского. Врага! Врага! Поторопиться, если только ты не хочешь уплотнить себе жизнь.
эти неотесанные душегубы! Только что все заметно усложнилось. Ты забыл, что здесь нужно спешить? Летучий глаз со щупальцами? Нет, живой! Наконец-то! Иди в начало и вознесись, или как это называется. Другое оружие, папа! Вот кого тебе надо убить! Справа, осторожно! Не дай ему ударить! Не путай, быстрее! Наибольшая награда. Ты ведь не боишься, Кратос? Я с тобой, брат. Рад снова видеть, Кратос.
Я принес кое-что интересное. Ты не единственный, у кого есть оружие из далеких краев. Готов? Крови! Вон они! Помогите мне! Гляди, Тюр лечится с их помощью! Зачем, Кратос? Зачем ты посвятил себя служению Аресиусу? Я был амбициозен. Горд. Не мог стерпеть поражение. Я жаждал власти. И это все? Уверен? Тебе нечего больше сказать? Не осталось никаких тайн? Правее! Кратос, я сдаюсь. Хорошо. Я думаю, ты обрел внутреннюю гармонию. Проверим? В этом омуте не только воспоминания. Верно. Что есть воспоминания без нашего мнения о них? Ты видишь зло, возникшее из-за твоего договора. Видишь зло в себе, и оно тебя мучает. Но все не так просто, а? Орда громадна, брат. Что бы было, если бы ты их не остановил? Они бы заполонили наши земли, терзали бы и мучили наш народ. Люди, которых поклялась защищать твоя армия, которую ты вел, ты не чувствовал, будто обязан выполнить долг? Не боялся за свою родину? Ты спас их. Ты оправдываешь мои действия. Прощение — это не упражнение, Кратос. Просто прими. Прими, что ты действовал, руководствуясь тем, что тогда знал, а не тем, что будет. Твои решения и их последствия куда сложнее, чем ты думал раньше. Тебе еще о многом надо подумать. Да. Есть о чем подумать. Я еще вернусь. Я подожду. Отправил то приглашение. Да, его голос отдается эхом в этих стенах. Я уверена. Значит, это все затеял Тюр? Это его идея? Его цель не игра. Я должен здесь чего-то добиться. И что это конкретно? Что-то осмыслить. Ладно. Если это поможет, я вам верю. Как и все мы. И мы верим в Вальгаллу. После того, что с тобой было? Я знала правила и решила их нарушить. И не жалею. Вальгалла постоянно меняется. Тот, кто способен это принять, обуздает неопределенность.
Готовы слышать? Продолжай. Так вот, тот обиженный задира. Он заявился к нашему трактиру в ночи и швырнул в окно бутылку с огнем. Дом мгновенно вспыхнул. Этот трус думал, что я сплю, но, к счастью, я только возвращалась домой. Я видела, как пламя охватывает спальню моего отца. Но я никогда не предавалась сомнениям и не собиралась начинать. Я бросилась в огонь и вытащила его. Не скажу, что мы были невредимы, но мы были живы. Я и раньше себе на беду была зла и бесстрашна. Но теперь... Я бросилась в логово этого урода, одна против всей его банды. Честно говоря, я не надеялась выйти живой. Но я не только сохранила жизнь, еще и получила работу. Но об этом в другой раз. Давай торгуйся, брат. Вальгалла этого ждет. Мудрое вложение, брат.